Доброе утро, сенаторы. Я бы хотела начать, если вы позволите, с официального заявления для прессы. В этой папке доказательства того, как Эзра Креймер санкционировал незаконные физические... Сегодня президент провел чрезвычайное заседание администрации на тему разгорающегося скандала, связанного с программой физического устранения неугодных под кодовым названием «Блэк Бра». Директор ЦРУ Эзра Креймер находится под следствием. Он обвиняется в санкционировании программы, жертвами которой могли стать даже американские граждане. Двое сотрудников управления уже арестованы. Доктор Альберт Хирш, предполагаемый разработчик программы, и заместитель директора ЦРУ Ноа Воссон, бывший ее оперативным руководителем. Между тем, нет сведений о Дэвиде Уэбби, также известном как Джейсон Борн, который предположительно и предоставил информацию, позволившую разоблачить программу Блэк Брайан. Сообщается, что Борна застрелили, и он упал в эстривер с крыши 10-этажного дома на Манхэттене. Однако, трехдневные поиски тела результатов не принесли.